Владислав Бакальчук, муж основательницы популярного интернет-магазина Wildberries Татьяны Бакальчук, обратился к главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову с жалобой на свою супругу. Муж основательницы Wildberries сделал сенсационное заявление. Владислав Бакальчук в беседе с самим Рамзаном Кадыровым заявил, что Татьяна покинула семейный дом, перестала с ним общаться и передала управление бизнесом третьим лицам. Владислав Бакальчук назвал происходящее рейдерским захватом, подразумевая, что его жена нарушает его право и перенимает контроль над компанией без его согласия. Однако, встретившись с Бакальчуком, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обещал оказать помощь в данной ситуации. После публичного заявления мужа, Татьяна Бакальчук связалась с ним и опровергла его обвинения в рейдерском захвате. Она объяснила, что происходит развод, и ее действия направлены на то, чтобы не оставить супругу никакого имущества. В связи с этим, она передала управление бизнесом на других людей.